Помните, я вам обещала показать. Сидели на яйцах здесь пара лебедей. Вот посмотрите, если вам видно. Два впереди маленьких гусенка-лебеденка. Сейчас попробую увеличить. Видно, может быть, будет вам. Вон они. Два маленьких, но они уже не маленькие. Достаточно большие. Вот они. Два. И сзади родитель. Родитель почему-то только один. Вот я там вижу вдалеке еще один родитель. Вон он, видите. Ну, то есть, все у нас случилось. Всего лишь два яйца у них было в гнезде. И они их высидели благополучно. Привет, привет, друзья! Четверг у нас сегодня, 29 августа 2024 года. И я пришла, наверное, третий раз искупаться в нашем проливе. Вы помните, я рассказывала вам, как вот эти вот форты, вот напротив, два форта, называется один лошадиный песок, а другой форт ничья земля. А третий форт вот там вдалеке, самый близко расположенный к острову Уайт, Сан-Хелен, форт Святой Елены. И туда в августе месяце можно пройти пешком, когда отлив. Потому что отлив в августе, наверное, самый-самый сильный. Я имею в виду, что вода уходит очень далеко. И можно по косе галечно-песчаной пройти. Кто не видел, очень интересное видео, посмотрите. Я вам ссылочку скину вверху. А сегодня здесь плюс 23. И вода, вы знаете, теплая. Сейчас пойду искупнусь все-таки. Ой, ветер, видите? Вообще говорят, что купаться уже не стоит. Тем более в конце августа. Два дня у нас осталось летних. А потом наступает осень. Здесь вода, если кто, кому интересно, могу сказать, чаще всего холодная. Атлантический океан сейчас уже теряет гольфстрим, теплое течение. Теряет в смысле того, что гольфстрим куда-то отворачивает от европейского побережья. И я не особенно здесь в курсе, но вот то, что я слышала, почему и климат меняется. Ну, это же все human being, это проделки все людей, я так думаю. Земля, она живая, наша планета живая. И, наверное, она уже устала от этих всех катаклизмов, проделок людей. Я почему сказала human being, потому что это название английское всей популяции людской. А animals, животные, это совсем другое. А вот люди, к сожалению, наверное, можно так сказать, не оправдали надежд нашей красавицы планеты. Красивейшей. Пожалуй, может быть, даже другой такой и нет. Вообще во Вселенной мы, по крайней мере, не знаем. Но вот умудрились люди планеты Земля, считая себя царем всея Земли, умудрились эту Землю испоганить до такой степени, что сейчас уже угроза жизни наступила. И может быть, если Земля имеет какой-то вселенский разум, в чем я, в общем-то, уверена, то, может быть, она и каким-то образом попытается избавиться от population human being. Population human being – это значит людской цивилизации, человеческой популяции. Ой, посмотрите, все равно я хочу обратить ваше внимание, какие красивые здесь облака. А это то же самое место, только уже на закате. И опять, посмотрите, как красиво. И опять, к сожалению, вода у нас ушла. И я-то, в общем-то, вы знаете, пришла сюда показать вам этот закат. И хотела с вами прогуляться, чтобы поговорить.
послушать шум прибоя, неспешный шелест волн, очень-очень располагающая такая атмосфера для нашей беседы. Но, к сожалению, ветер вырывал у меня камеру из рук, и вот мне пришлось звук убрать, и мне пришлось уйти с побережья. Я просто дождалась, когда солнышко совсем сядет и скроется, чтобы мы уж точно увидели полностью весь закат. А закат, кстати, если вы не в курсе, я вам скажу, в августе месяце, в середине августа, был в 20 часов 20 минут заход солнца. А вот сегодня, 29 августа, я специально посмотрела, насколько же уменьшился день. Так вот, за 10 дней день уменьшился на 25 минут. Куда ни глянь, куда ни приди. Это же просто неописуемый восторг и красота. Но люди не ценят того, что имеют. Сейчас у нас деньги имеют значение. Вот эти вот бумажки. Знаете, за эти бумажки люди душу продают. Ну, я что-то далеко ушла в своих размышлениях. Друзья, сейчас искупаюсь, и мы с вами будем говорить совсем о другом. Не часто, но иногда приходила сюда. Я видела, что первый гусенок вылупился раньше, а второй уже я увидела второго только на следующий день. Я-то думала, он вообще один. Ну вот теперь их два. Вон они поплыли туда встречаться с мамой или с папой. Сейчас семья воссоединится. Вот по протоке. А здесь очень сильно заросла эта река. Сейчас, если кто-то не помнит, я покажу вам. Вот здесь вот было их гнездо. Вот, может быть, если кто-то помнит, вот здесь они сидели в гнезде. Гнездо сейчас уже даже и гнездом не выглядит. Но, тем не менее. Вы знаете, я вот все равно не перестаю удивляться агрессии наших некоторых людей. Вот я редко вам уже теперь говорю об этом. Стараюсь все это как-то, знаете, пропустить и постараться быстрее забыть. Но факт остается фактом. Агрессия неимоверная. И вот, наверное, когда я снимала вам этих гусей-лебедей на гнезде, наверное, я знала, что я делаю. Но вот люди, тем не менее, столь агрессивно ко всему этому относятся. А еще я помню, когда я свой канал начинала только вести, и мы тут разговаривали с моей подругой лучшей, которая живет в России. Вот, и я ей стала немножко рассказывать, как неприятно, когда... Ладно бы там какие-то, знаете, как говорят, боты. Да, это боты у вас. Да вот вы знаете, и не боты, а это вот именно люди такие завистливые, злые. Почему? Потому что несчастливы в большинстве. И мне моя подруга сказала: я вообще тебе удивляюсь, как ты так долго смогла выдержать это все. Это же такие нападки. И они влияют, в общем-то, неприятно влияют. Ну да, это правда. И получается, что все то, что я делала для вас, я всегда это подчеркивала, что я все это нахожу и снимаю только для вас. Я это все уже видела, и зачем мне, как говорится, еще раз снимать на камеру? Делаю для вас, мои дорогие. И что я получила взамен? Конечно же, кто-то мне может сказать: ну, у вас ведь много и позитивных зрителей. Да, действительно, это так. Но ведь есть у меня фильтры на комментариях. Вы не поверите, стоят у меня фильтры. И все равно, несмотря ни на какие фильтры, попадаются такие неприятные комментарии, очень неприятные. Мне, кстати, даже многие говорят: зачем вы так откровенничаете? Вот вы настолько открыто и откровенно все рассказываете, что иногда просто поражаете. Ну и на самом деле, я подумав, решила, что больше я не буду откровенничать. Зачем? Чтобы меня потом моими же откровениями назад и упрекнули. Ни к чему. Я от топерча буду нем как рыба.
Ой, друзья мои, мои дорогие, как мне жаль, оставлять свой канал вот так вот, как говорится, на полпути. Итак, я пытаюсь из последних сил хранить вам верность. А тут еще, как вы знаете, и стали замедлять YouTube-канал для России, для российских зрителей. А у меня российских зрителей 60% на моем канале. И вот теперь совсем как-то все хуже и хуже. Все зажимают и зажимают со всех сторон, скажем так. Да и YouTube, вы знаете, тоже стал цензурировать. Он и раньше-то, в общем-то, цензуру как-то потихонечку вводил, а сейчас уже не стесняется. Сколько каналов закрыто уже тех, которые говорили не то, что хотел услышать YouTube. У меня, как обычно, я начинаю за здравие. И потом куда-то съезжаю в страшную депрессию. Зачем я все вам это говорю, друзья? Я думаю так. Нужно нам с вами встретиться. Наверное, я для вас давным-давно не выходила в прямой эфир. И, наверное, вот сейчас я подумаю над тем, как нам с вами провести прямую трансляцию, прямой эфир. И поговорить. Так что, друзья, готовьте ваши вопросы, если они у вас есть. И я сегодня на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, всего вам самого-самого хорошего, удачи, любви и мирного неба над головой. А о том, когда именно я проведу свой прямой эфир с вами, я сообщу вам дополнительно. Всем пока-пока.